Всем привет, с вами Брэдлов из сообщества клана Фрагу. И перед нами бой на Карелии между одним из подразделений клана Able и кланом All In. Ставим все. Заранее извиняюсь, если неправильно прочитал. Сетап Эйблов — это ГВП, 3 семерки, 50 Б, куча бачатов и 3 СТшки. Сетап, мягко скажем, нестандартный. Учитывая, что их 12 человек и артиллерия 7 уровня. Да и разъезд тоже немного нестандартный. Силы делятся на два фланга. Часть СТшек уходит на штаны. Идет просвет штанов и видит встречный раш. Заходит на штаны. Тем временем другая сторона, состоящая из семерок, 50Б и 3 СТшек, пролетают на базу противника. И пока 4 СТшки сдерживают все силы клана All In, 6 машин клана Able беспрепятственно проходят на базу. Сразу же первый, наверное, основной вопрос клана All In. Ребята, где просвет плата? Хотя бы одна СТшка, стоящая на квадрате Е1 или Д2 в кустах, помогла бы избежать того, что сейчас происходит. А именно, несмотря на счет 2-5 в пользу All In и превосходство в огромном количестве машин, Эйблы захватывают базу. Счет 2-6, победа Эйблов.